В Башкортостане за отлов и содержание бездомных животных будут отвечать муниципалитеты. Сейчас этим занимается Управление ветеринарии республики. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсобрания сообщил начальник надзорного органа Азат Зиганшин. По его словам, на сегодняшний день в Башкортостане зарегистрировано почти 500 000 кошек и собак. Ежегодно из республиканского бюджета выделяется более 63 миллионов рублей на отлов и содержание 50 тысяч бродячих животных. По подсчетам Минздрава, в прошлом году в больницы региона поступило 11 тысяч пациентов с укусами собак. Из них 3 тысячи только в Уфе. Сегодня депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении. Силами одной ветеринарии, учитывая там многие проблемы, которые нужно реализовывать параллельно, не решить. Или для полноценной реализации федерального закона, как он написан, дословно, еще есть некоторые параллельные направления. В частности, одним из главных является это на территориях, то есть в муниципалитетах, существование, а проще говоря, имение так называемых приютов для животных. Это одним из главных моментов является. Поэтому это будет параллельное движение. С 1 января этого года в Башкортостане вступили в силу новые требования по содержанию бродячих собак и кошек. В частности, в республике запретили проводить эвтаназию агрессивных животных. При этом эта мера не касается смертельно больных особей.